Всем привет, меня зовут Антон Питайкин. Я расскажу, как дойти до ручки и не опростоволоситься. Когда про человека говорят «дошел до ручки», подразумевают, что он совсем опустился и потерял человеческий облик. А вы знаете, откуда пошло это выражение? Что за ручка? Оказывается, от калача. В Древней Руси это хлебобулочные изделия выпекали не круглым, а в форме замка с круглой дужкой. Горожане часто покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку, как за ручку. При этом из соображений гигиены эту часть калача в пищу не употребляли, а либо отдавали ее нищим, либо бросали собакам. Про тех, кто не брезговал ее съесть, и говорили «дошел до ручки». А чтобы не опростоволоситься, не попасть в неудобное, а зачастую и позорное положение, нельзя было ходить с непокрытой головой по людным местам. Снимать головной убор разрешалось только мужчинам и только в церкви. И не было для человека на Руси матушки большего позора, чем если с него на глазах у толпы срывали шапку. Не знали этого? Теперь знаете. Утро, наедине.